Всем привет, с вами Саван, и сегодня у нас агент Псайкер 2 Сектоида и Дохляк. Мне показалось, что в прошлом видео тема была недостаточно раскрыта, ну, соперник попался слабый, и поэтому я решил сделать вторую часть данного видео, чтобы, ну, показать настоящий потенциал этого отряда. Мой оппонент находится рядом с каким-то, не знаю, диктором, наставником, и я слышал то, что он советует своему, так сказать, ученику. Советует на английском, но я все равно все понимаю, и поэтому воевать мне несколько легче, чем если бы я ничего не слышал. Так что вы вырубайте микрофон, чтобы не было слышно Юльки. С автобойса переставьте в настройках на какую-нибудь клавишу и не нажимайте ее. Тогда, возможно, ваших мутов не будет так уж слышно. Будет слышно только, как, только то, как вы стучите по клавиатуре. Так, ну вот, я походил, расставил, и посмотрим, чем же ответит соперник. Так, вот наш соперник решил взять пулеметчика. А это значит то, что нам не подойти к позиции, как мы хотим. Так, пулеметчик где-то за этими стульями. Можно попытаться захватить его в контроль, если там никого нет. К сожалению, сектоида нам прикрыть нечем, командира которого. Так, замечательно. Берем под контроль. Отлично. Окружаем Дохляком с крыши, но не высовывается. Пока вот так, чисто. Окружим с другой стороны, когда будет время. И снайпером агентом переместимся вот сюда. На всякий. Все, ждем, чем ответит нам враг. Так, а он со спота подошел, видимо, думал, что у меня снайпер, но не угадал. И все его чуваки толпятся вот где-то здесь на споте. Может, за грузовиком еще кто. В любом случае, мы проверим. Так. Ждем. Но мы лучше сделаем вот так. О, у него еще гранаты есть. Да, ребят, не берите гранаты, они дорогие. Вот вам еще один урок. Вот сделаем, пожалуй, так. Сделать огонь по своим? Да. Так, далеко выглядываем, кто же там есть у него. Вот весь его отряд. Лучше на вырвач. Так. Сектоид сейчас огребет, наверное. Нет, не огребет, отлично. Лучше прижмем. Сектоидом близко так особо не подходим. Тоже поставим на Overwatch. Нашего сектоида вот сюда. А агента вот сюда. Но Overwatch не успели поставить, ну да ладно. И мой соперник таки выглянет из... вылезет из своей базы, или так будет оставаться, и только лишь получать людей. Сейчас посмотрим. Так, он все-таки осмелился подойти и убить моего сектоида, это, конечно, похвально. Но если он подойдет двумя своими бойцами вот сюда, то мой агент спокойно всех пощелкает. Смотрим. Он решил убить своего пулеметчика, ну, в принципе, правильно. Правильное решение, хвалю.
Тут одновременно несколько ошибок получилось. Во-первых, они не взяли плазмер, хотя лучше было бы взять плазмер на самом деле, чтобы взяли простые пушки, вообще не подготовили на отряд такой из зубов. Но тем не менее, мы его разгуливаем. Так, идем вот сюда. Наверное, он не ждет этого. Мимо. Отлично. Естественно, вот так. Так, ну, для этого есть гранаты. Для пси-иммунных есть гранаты, как говорится. Так, давай, нажимайся. Отлично. А вот пришло время сектоида бафать нашего агента. Наконец-то. Можно даже без укрытия. У меня просто преимущество такое, что я даже без укрытия. Вот так. С вами был Саван. Я показал весь потенциал данного отряда. Пока.